Узбекистан открыт миру, и это ощутимо не только в политике, но и в сферах искусства и культуры. И одним из ярких проявлений этой политики стал мультимедийный издательский проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», уникальный по своему замыслу и масштабу. Он стал зримой реализацией правительственных и государственных инициатив по изучению и популяризации культурного наследия. Проект, который начал свою работу еще 6 лет тому назад, в 2016 году, это последовательная цепочка событий и действий. Для реализации этого проекта в Узбекистане был создан редакционный совет, куда вошли известные ученые-востоковеды. Совет возглавил академик Акмаль Саидов. Научным руководителем проекта был академик Академии наук Узбекистана и академик Академии наук Грузии Эдвард Артвеладзе. Общее руководство проекта осуществляется заслуженным журналистом Узбекистана Фирдавсом Абдухаликовым. Главной и актуальной идеей проекта стало создание огромной фактологической базы, осмысление и каталогизация шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой древней земле, но в силу тех или иных причин, оказавшихся за рубежом в крупнейших музеях и рукописных фондах России, Европы, Америки и Азии. Это археологические артефакты, редчайшие рукописи и уникальные миниатюры, произведения прикладного искусства. Начиная с XIX века, коллекционирование предметов узбекского искусства стало настоящей страстью для всех исследователей Востока. Так постепенно в России, Западной Европе и Америке осели подлинные шедевры, созданные талантливыми мастерами, историками и поэтами, учеными, энциклопедистами, родины которых – были средневековые государства на территории Узбекистана. Они были украшением дворцов и библиотек правителей, а затем вошли в собрание крупнейших музеев и рукописных фондов планеты. Таким образом, для тех, кто изучает культуру и искусство Узбекистана с древнейших времен до первой половины XX века, зарубежные собрания представляют бесценный глазень информации. Проектом были достигнуты договоренности о сотрудничестве с выдающимися учеными-востоковедами, хранителями бесценных коллекций, зарубежных музеев, фондов и частных собраний, которые стали авторами многих исследований в книгах-альбомах. Мультимедийный проект предполагает и создание видеофильмов. Съемки фильмов состоялись в авторитетнейших музеях и библиотеках России и Германии, Великобритании и Индии, Японии и Италии. За период работы были предприняты более 50 командировок для съемок документальных фильмов, записаны сотни интервью со знаковыми фигурами мирового востоковедения. По результатам этой работы было создано около 40 фильмов и роликов, которые вошли в книги-альбомы в качестве дисков и QR-кодов. Мировая практика еще не знала такого масштабного явления, когда ученые всего мира объединились для изучения наследия одной страны. Широчайшие международные контакты по всему миру дали возможность изучить коллекции, которые ранее были скрыты в запасниках и фондах, но без которых невозможно осознать подлинное значение наследия Узбекистана. Такого рода проекты вообще воспитывают гордость за свою культуру, говорят о ее значимости. Поэтому, конечно, значение проекта внутри страны, оно очень высокое. Ну и вовне это проявление мягкой силы, это продолжение политики. Это действительно очень умный, очень мудрый и очень дальновидный проект. Проект с первых дней своей деятельности на безвозмездной основе передавал все свои издания в образовательные и культурные учреждения не только Узбекистана, но и других стран. Это более 10 тысяч экземпляров книг-альбомов с вложенными в них видеофильмами, которые были подарены в библиотеке крупнейших университетов, научные институты, музеи и посольства Узбекистана в зарубежных странах. Социально ориентированная благотворительная деятельность проекта является одной из эффективных норм международной дипломатии.